Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Достался давеча мне вот такой вот фотоаппарат. Называется он F3. Вот, глядя на шильдик, это все видно. Фотоаппарат, судя по всему, авиационный. Судя по его окрасу. Окрас черного цвета. Местами уже шелушится краска. К сожалению, он не комплектный. Значит, вот такой вот у него объектив, не объектив. Там стоит зеркало, где написано, внимание, не прикасаться. К зеркалу руками не касаться. Но, к сожалению, зеркалу хана. Есть серьезная трещина. Внутри находится... объективчик небольшой, там Гелиос 33 вроде называется. Здесь в передней части тоже какая-то оптика размещена, концевые выключатели. Здесь должен был находиться мотор, при помощи которого проворачивается пленка в кассете. Кассета, кстати, заслуживает тоже отдельного внимания. Вот такой вот кассетный отсек. Вот, собственно говоря, сама кассета. На кассете, видно, карандашом писался тип пленки, ее чувствительность, кто снимал, дата, марка кассеты, Farm 2. Здесь в отсеке кассеты, значит, ответная часть находится для проворачивания самой пленки. А вот это вот находится концевик, концевой выключатель напротив вот этого вот сектора. То есть при помощи него электромеханика понимала, насколько нужно провернуть данную пленку. Так она заряжается, фиксируется. Здесь, значит, оператор наблюдал объект фотографирования. Причем вот эта вот штука закрывается. Даже не знаю, как она правильно называется, все это дело. То есть эта часть подвижная, она фиксируется. Можно было, значит, смотреть методом, значит, упора в эту часть, и она открывается. То есть вот при нажатии она открывается. Это штора. Не знаю ее назначение. Но догадываюсь, что это необходимо было наблюдать за объектом фотографирования чисто в определенный момент. В остальное время эта штора закрывалась. Не сильно я как бы силен в фотографии. Здесь у нас регулятор яркости подсветки. Тут какие-то разъемы для конечной аппаратуры, регистрирующей, судя по всему. Два электромагнита. Причем они с механическим фиксатором. Электромагниты были необходимы для того, чтобы перемещать вот эту заслонку. За что она отвечает, пока не готов вам сказать. А с вот этой стороны у нас расположена кнопка одиночной снимки. И силикогель осушитель, он же индикатор. То есть осушал внутреннюю полость камеры. Вот прям видно Гелиос 33. Вот оно зеркало. Пытаюсь сфокусировать. Судя по резистору PP340, где-то 81 год. Плюс-минус. К сожалению, зеркало само в основании имеет трещину. Кто знает точное назначение данного фотоаппарата, хотелось бы послушать ваше мнение. Может, кто-то даже пользовался такими вещами. В общем, будет интересно послушать. Жду ваших комментариев. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. 73.